В Министерстве внутренних дел Почуваши подвели итоги работы за первое полугодие 2017 года. За сухими цифрами докладов и отчетов – безопасная жизнь жителей республики. Количество краж снизилось, так же, как и количество преступлений, совершенных в общественных местах. А число нераскрытых правонарушений сократилось почти вдвое. По этому показателю республика занимает 4-е место среди регионов России. Раскрываемость преступлений в текущем году выросла на 11% и составила 73,5%. Достигнуто 100% раскрываемость убийств, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилований и разбоев. Раскрываемость грабежей превышает 96%. Это лучший показатель в Приволжском федеральном округе. Вместе с тем Сергей Неяскин отметил, что под особым контролем должна оставаться борьба с незаконным оборотом наркотиков и контрафактным алкоголем. За это полугодие из незаконного оборота изъято свыше 35 тысяч литров продукции. Этот показатель в 2,5 раза превышает прошлогодний уровень. В ближайшее время силовики планируют изучить практику более тесного взаимодействия с органами прокуратуры и пересмотреть организацию оперативно-служебной деятельности. Татьяна Филатова, Республика.